Всем привет, дорогие друзья! Хоть и октябрь, но погодка нас радует. Днем температура доходит до 31 градуса. Такое ощущение, что мы опять вернулись в лето. Один из жарких деньков у нас закончился, наступил вечер, и это просто прекрасное время, чтобы провести его с семьей и покушать мороженое. Пойдемте в парк-моль на террасу. Первым делом нужно выбрать мороженое. Давайте посмотрим тут ассортимент. Очень много фруктового мороженого. Это мороженое какое-то типа натуральное, поэтому дорогое. Если на улице можно купить и за 20 динар мороженое, то здесь 100 рублей один шарик. Как видите, к вечеру мороженое уже подубавилось. Люди его едят. Что же мы выбрали? Мое самое любимое. Рафаэлла. Так, покупать его можно вот в таких вот стаканчиках, можно вот в таких вот рожках, и сверху можно выбрать любое украшение, посыпку и так далее. А нет, я ошиблась, получается один шарик 150 динар. Всем Рафаилу. Всем Рафаилу. Розем. Розем Катаем Бунти. Значит. Наше мороженое готово. Пошлите на террасу. А, ну теперь, конечно же, традиция попробовать это всех. У кого вкуснее. На террасе очень много народу, потому что уже вечерняя прохлада. Очень приятно посидеть. Самое вкусное в моем любимом мороженое – это вот шоколадные кусочки с вафелькой. Очень вкусно. Когда мороженое съедено, можно и чайку попить. На террасе располагается вот такая вот беседочка, где готовят традиционный чай. Вот такой вот традиционный чай. Это зеленый чай с мятой, и он уже сладкий. Кстати, я попробовала, очень сладкий. Прям без вариантов, только сладкий. Наш вечер закончился, приятное было времяпровождение, и я буду с вами прощаться. До новых встреч, друзья. Всем пока.